Идет последняя подготовка к концерту, к которому ребята готовились с начала лагерной смены. Актовый зал школы, где состоялся творческий отчет, был полный. 85 детей отдыхали в оздоровительном лагере «Пчела». Его работа в этом году была построена на сотрудничестве с Домом культуры. Детям было очень интересно, они приходили на занятия с открытым ртом, слушали. Когда детям дали в руки, конечно, народные инструменты, ложки, трещотки, бубны, они прям даже и дрались, кто будет стучать, играть на этих шумовых инструментах. В итоге ребята, помирившись и объединившись, спели народную песню «Пошла в огород». Посмотреть на успехи своих детей и порадоваться за них пришли и родители. Очень хороший лагерь, мне очень нравится, потому что объединяет, во-первых, детей. Дети объединяются между классами, они начинают общаться друг с другом. Подтянули английский язык. Школьники спели даже песню на английском языке. Ребята весь месяц трудились, раскрывали свои таланты, им очень это все нравилось, и хотелось, чтобы они поделились друг с другом тем, что они вот наработали у себя. Мне очень нравится, потому что здесь очень добрые вожатые и всегда знают, чем нас занять. В День России мы делали такую картину из шерсти. И мне очень понравилось, потому что с этим я столкнулась в первый раз в своей жизни. К нам приезжали учителя по росписи по дереву. Мы как бы делали вот такую вот работу. Очень было интересно. Мы раскрашивали ее профессиональными красками, тушью. И это очень такая кропотливая и сложная работа. Но мне очень понравилось. Лагерная смена закончилась. Ребята, довольные, радостные, получили подарки. Каждому отряду была вручена грамота за дружбу и сплоченность. Людмила Медведева и я, Дамия Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».